Вишня поспела. У соседа. Не у меня. Но у соседов. Ну его пока нет дома. Поэтому можно есть вишню. Шучу, я случайно зашел к нему. Ключи. Он ключи потерял. Ключи ему. Ключи его нашел, отдаю ключи. Курение вредит вашему здоровью, не забывайте. А я с соседом иду на заброшку. Сейчас посмотрим, что там внутри заброшки. Взяли с собой металлоискатель, на всякий случай проверить пол. Может, что под полом. И грубо тоже запрятано. И печку проверим обязательно. В общем, все проверим. Все будет чики-пики. Чики-бомбони. Не переключайтесь, подписывайтесь. Лайки, комментарии. Наливайте чаюху. С лопатой. Это туда ставок, сейчас мы будем ставок переходить. Болото местное. Тут была галлюцинация, никого не было. Давай, проходи. Заброшка. Заброшка, заброшка. Заброшка, заброшка. То душ. То не туалет, то душ. А ну-ка. Я тебя творю. Стой, подсветочку надо включить. Это не дом, это сарай. Опа, это для рыбалки. Для рыбалки. Угу. Ну, что это? О мой бог! Соты. Это соты, пчелиные соты. Просветил. Висковый ящик, да. Ящик висковый на бое. Лен, что это такое? Здесь, по-моему, это каморка Папа Карло. Здесь супер. Это помойка Папа Карло. Не помойка. Все, выше, глянь. Короче говоря, это каморка Папа Карло. Цей, наверное, обувник жил. Здесь жил старый. Обувник. Уже вонючий весь, волосатый обувник. В селе его знали как обувник-вонючка. Делал самую модную обувь на хуторе. Были из дыканьки. Ай-яй-яй-яй-яй, сколько обуви он переделал. Сколько следов? Серега,
А зараз і сучасні технології, які вже нікому вони не треба. Тут ще клеїмо совєтські. Ну, покажи. Зараз покажу. Вон, видиш? Мед, на мед он был богат. Секунду, и все такое прочее. Инструментовал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бедный обувник. Ладно, дай выйти. Сапоги кирзовые. Улики. Мед кто-то когда-то давным-давно, еще много лет назад, съел мед с этого улика. О мой бог, как здесь темно. Как здесь темно. Да, это все улики. Просто завалено уликами. Там нет ничего, не стучи. Просто тупо улиный дом. Уликовый дом. Уликовый. Эх, сколько меда. Пусть закрыто будет. Вот так вот, господа, и делается мед. Медовая роща. Я таких уликов большущих нигде не видел, даже в кино. Наверное, тебе будет лежал. Все, поднимай. Да нет, там ничего интересного. Я уже заглянул. А ну давай поставим один, короче, ящик. Один ящик. Сай ящик. Вот этот ящик поставь вот сюда. Я на чердак хочу заглянуть. Все. Гром гремит. Земля трясется. Кусты трясутся. Что там делают? Ну, конечно же, все знают, что там делают. Ничего не делают. Вот так вот это небольшой сарайчик. Это для рыбы, рыбу ловить. Браконьеры здесь жили. Три богатыря. Браконьеры, три богатыря. Ладно, а где сама хата? Вылазь через окно вот туда. Здесь там хата. Вот, через это окно. Вылазь, только не шуми, чтоб злых духов не привлечь к себе. Не привлечь внимание злых духов. Все, переступаем, оболизм. Переступай, давай. Тут так все заросло, что даже в светлый, яркий, праздничный день здесь очень темно.
Хата рушится. Не надо выбрасывать, мне эта находка не нужна. А, вот у хата? Да. Здоровенная. Сарай под замком. Сарай под замком. Что, раскрывать нельзя? Это уже, блин, проксексуальное наказуемое дело. Вандализм. Вандализм. Мы чисто посмотреть, чтобы здесь никакого бомжа мертвого не было. Никакого трупика. Чисто с этими целями. Чтобы никто здесь... Так скажем, пришли в гости проведать. Вот так вот висел замок, но его давно сорвали. О, мать честная. Крыша валится. Очень страшно, если честно. Если честно, мне так страшно, что я даже не знаю, как меня зовут. Зеркало. Эй, хозяева. Чердак. Древние картины. Обои давным-давно отвалились. Ох, много лет уже как упали эти обои. Ладно, кульминация. Паутиной все заросло. Хозяева. Хозяева. Ну кто не скажет, что это заброшенная хата, блин, уже давным-давно. Уже давным-давно здесь не живут люди. Люди в Голливуде. Бутылки. Алкоголизм бывает неизлечим, господа. Фулфурик. Фу, господи, это шприц. Стеклянный. Стеклянный шприц. Уже давно здесь никто не брил свое. Лицо. О, господи, сколько здесь комнат. Ой, сорянчик. А что здесь с полом случилось? Откуда здесь столько земли? В попыхах, наверное, собирались. Началась ядерная война. Кто здесь? Кто здесь? Где? Вот это? Похоже. Это крышка. Это крышка от противотанковой мины, да. Гороховые стручки,
покажу поближе. Реально гороховые стручки. А нет, фасолевые. Фасоль. Сколько она лет тут лежит? Тихо, найдем. Опа, здесь крыша. Здесь обои чисто отвалились. Не вздумай это тронуть, мужик. Ты шо, сейчас все посыпется на нас. Шторы даже остались. А за окном... Собачка класс. Хорошая, да? Ты б жил тут? Нет. Нет? Я бы тут жил, мне нравится тут расположение комнат. В духовке ничего не осталось. Ничего нету. А, вот, я заглядываю. Чувиш, а что на чердаке, интересно? О! Радио. Радио одно. Еще старое советское радио. Радио второе. Сундук. В сундуке пусто. На чердак? Да. Сейчас полезу. Давай. Сейчас, погоди. Дробины нема? Ну ничего, мы без дробины можем. О, третье радио. Еще одно радио. Третье. Еще одно радио. Ага, глянь, так это какое-то американское. А, не, Балтика. Абоненский Балтика, короче. Электросеть не включать. Водочные бутылки, еще советская водка. Здесь все замерло после Советского Союза. И самое уникальное... Мы увидим на чердаке, что тут написано было. Ну да ладно. Вот он, чердак. Да я уже засветил, там ничего нет. Там ничего нет. Скриня хорошая. Давай, полезли на чердак. Кто последний? Кто-кто? Как всегда я. Или как всегда ты. Давай ногу сюда вставай. Куда? Сюда? Да, сюда. Да? Ногой. Ну так понятно. Да я же хочу проверить прочность. Ты, давай проверяй. Прочность нормальная. И на двери подойди. О, слушай, да. Держи только меня. Да, нет, держу, держу. Не отпусти. На двери вставай. О. Чисто тут нема ничего. Да? О, глечик є. Давай глечики посмотрим. Серега, ну дай сюда. Стоп, стоп, расслаб, расслаб. Все, упирайся, давай, давай. Ух ты, терминатор, я хочу. Серега, меня вытянуть. Тебя вытянуть? Да. Давай. Руку. Раз, два, три. Прыгай. Ну давай. Оп, отлично, все, дальше сам. Галайшика.
Да не пляши ты тут так. Господа, какого года эти глечики? Кто знает. Я не знаю, вот ли штука какая. Деревяшка. Ладно, пройду по всему чердаку. О, вот. Вот бабка возле берега сидела. Дубанка, называется дубанка. И сильно куска дерева оно выдубано. Сидела возле берега моря. Все, это смотри, хана, лянь. Это, по-моему, колыска. Серега, по-моему, это колыска. Ну, колыска так колыска. Все, пора отсюда уходить. Все, господа, мы уходим. Спасибо, что посмотрели наше видео. Всем пока. С вами был Серега, канал Старик и Море. И со мной был Игорек. Привет подписчикам. И пока. Это уже пока подписчикам. Да. Пока подписчикам. Подписаться не забудьте. Все, покедова. Пейте чаюху со сгущенкой.